Рядом. Что сейчас будет? Вот, смотри, кошка. Ты расскажи, что будет. Вот. Что это происходит? Электроошейник. То есть приучаем собаку не реагировать на домашние животные. Лежать. Ко мне. Ко мне. Рядом. Рядом. Привет, привет. Смотри, вот он сидит, он кошка, и он ее не трогает. Так она высоко, как он ее будет трогать? Это мой кот любимый, Пушок его звать. А он знает команду ко мне? Пушок, ко мне, ко мне. Ага, сейчас он. Ага. А где он в руке? Это пульт от электроошейника. А, ого, вот с электроошейника. Рядом. Что там, есть курочки? Нет. Курочка. Назови, тихо. Рядом. Я думал, там курочки. А рядом. Рядом. Ага, уже? Уже не реагирует. Посмотрел, как он. А, кошка, ничего себе. А рядом. Далеко. Рядом. А где у тебя курицы? Нету куриц? Так, ну они где-то там должны быть. Ужас, ну, у вас и ошейник. Ой, не электрический ошейник. А рядом. Вот надо сюда зайти. Пошли. Там, стоп. Рядом. Вы смотрите вот отсюда. А я сейчас кого-нибудь отсюда выгоню. Бежи. Надо закрыть его. Подожди. Вперед, подожди. Затем она сама слезет. Не надо. А она испугается, потом обратно, наверное, залетит. Тебе нужно будет. О, петух. Режей. Поближе-то подойди. А не там он, Леш, вылезли. Да, выскочили. А рядом. А мне надо, и так зайдет. Надо там встать, чтобы они туда не уходили. А мне и так нормально. Ну так он что-то рванул к ним туда. Ну рванул, и видишь, сейчас когда он ДФУ сказал, он остановился. Ну ладно, у тебя ученая, а не ученая собака, как ну с ним? Вот, ну вот, надо учить команду фу, разряд, фу, разряд, фу, разряд, выработать рефлекс. Во. Вер, дичь.
Хорошо. Рядом. Бегаю курицу. Рядом. Хорошо. Дичь. Дичь. Фу! А нет. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Дичь. Фу! Да нет. Фу! Рядом. А вы скажите ему умри. Хорошо. А он, как он умрет? Он не умеет. Он не умирает. Его останавливается по команде. Видишь, потому что под контролем. Собака. Это, дядя Лёш, а как он умрет, если вы ему скажете умри? Рядом. Я отсюда умру. Рядом. Ну видел, получается же, то есть прям восстанавливается. Вон там козочки еще есть, можно на козочках попробовать. А что еще есть? Ну давай, сейчас последний. Сейчас. Лежи. Сейчас я вот здесь что-то. А скажите ему умри, интересно, что получится. Вот, а надо добиться, чтобы хозяина не было. Вот, но он бы это как бы. Видишь, тут-то я ему как бы команду даю. Можно. А его надо так научить, что меня нету, и этого делать нельзя. Как научить? Ну вот и к тебе вопрос. А пульт отдаете человеку, а сами прячете. Вот. Если фон кидается, ты на вот эту кнопочку нажимаешь. Вот на вот эту. Вот, на разряд. Подожди, а какую еще раз? Вот на эту. Если он кидается, да? Да. И она сработает? Да. А если она не сработает? Ну, значит, он курицу задавит. Лежит, все, Брат, не беги, не бегай. Верный? Вперед. Я нажимаю, и что? Я ничего не говорю, уже команды действуют. Он что-то действует. Уже команды нету, а вот он после нажатия подбегает. Бля, вперед. Ну я раза два-три нажал. Как то? Иди гуляй, гуляй. Он на вибрации стоит, потому что так ему больно. Все, они ему теперь на дух не нужны. Иди гуляй, вперед, дичь, дичь. То есть он не увлекается. Ты нажал сейчас? Да. Все, то есть у него, видишь, он начинает ухом трясти. То есть в момент кидания на куре у него происходит дискомфорт. Не свались. И уже я ничего не говорю. И он потом, если меня не будет, он сорвется с цепи, подбежит к курице, он вспомнит этот дискомфорт. И может быть курица живая останется. Может быть. Таких слов не надо. Либо она живая останется, либо нет. Рена, все, выгнал. Фу! Кошка. Фу! Рена, вот на кошку он это. На кошку электричество не действует. Электричество не действует, да. Так я еще не нажимал. И Сереж, а вы ему скажите умри, и он такого задания не выполняет. Да он не знает, он верно. Сиди. Верно. Заяц. Верный? Заяц. Видел заяц? Рядом. Видел, как зайцы вот так вот сидят, как суслики? Верный? Верный? Алло, ну чего уже увидел? Все. Бак потек. Заяц. 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 Модный заяц. Ну-ка, морда пусти и ты. Заяц. Где кошка? Ищи кошку. Где? Кошка. То есть он ищет, у него инстинкты эти есть. На курей, на кошек, но собака под контролем. Если так каждый день заниматься, она будет жить с курями вместе и будет их охранять. И все. От кого охранять? Да, может от коршуна, он уже коршуна вгоняет тут и все. Вот так вот я думаю.
Вот, а сейчас он там кошку пасет, где-то учуял, там две кошки. А он суслика не знает, суслика. Суслика? Ну, заяц, суслик-то одно и то же. Решился. Верный? Он команду на ручке знает. Показать вам? Сейчас я не знаю, в наморнике он сделает или нет. Нету курей тут никого. Верный, гуляй. Верный, на ручки. Хоп. Ого-го. Здорово. Как он не тяжело. Так, а что ты хотел? Электрошейник проверить, как работает, да? Только на мне не надо. А почему? А что? Он нормально. Сидеть. Боишься? Верный, сидеть. Вот, сиди. Вот он. Тебя пчела кусала когда-нибудь? Меня? Да. Да. А меня оса. Оса. Вот это примерно как оса. Да, хочешь попробовать? Не знаю. Страшно? Ну вот. Ну чё, чё вам ещё показать? Куры кончились. Всё. А у нас кур, как всегда, много. У вас кур хорошо. Ну, благодарим вас. Пойдём, верный. Рядом. А он чужие команды выполняет? Нет? А вот давай, проверим. Верный. Сидеть. Командуем. Верный, верный. Зайчик, зайчик. Заяц. Ну-ка я. Верный? Заяц. Хорошо. Лежать. Ну-ка теперь дай команду. Верный. Сидеть. Видишь, выполнил. Лежать. Ну-ка еще раз. Сидеть. Видишь, не выполнил. Хорошо. Плохо выполняет, значит, чужие. А вот свои вот выполняют. Пойдите. Вот давай сейчас. Я ему скажу сидеть, лежать, стоять. А потом ты. Хорошо? Сидеть, лежать. Сидеть. Лежать. Стоять. Давай теперь ты. Я лежать. Сидеть. А. Все. Видишь, он на меня поглядывает и как бы спрашивает, можно или нельзя. Верно. Гуляй. Молодец. Хорошо. Нельзя чужие команды слушать. Только хозяин. Да, видел, он столько курей отродясь не видел. С города приехал, ему интересно. Вот. У меня ротвейлер был, он курицу поймал, я ему сказал, фу, он ее выплюнул. Так там у деревенских шок был. Как ты так надрессировал? У меня тогда еще электрошейников не было. Ну вот так вот. А тут покупной, да? А сколько еще электрошейников? Вот там кошка. Ко мне! Все, видишь, он джик сразу. Фу! Рядом. Он учуял, она сейчас близко была, все, фу, ко мне, собака понимает. Как бы не хотелось кошку поймать, он очень любит за кошками гоняться. Если поймает, то, конечно, беда будет. Ага. Вот. А тут этих, как тут, цыплят много. Ищи, конечно. Ищи. Ку-ку, не сорви, стоп. Он ее чувствует, что она там, вот я ее сейчас только что видел. Все, он, конечно, вот, видишь, он все в фазе поиска, вот, но он под контролем. Вот, курочка. Ну что, дождик начинается, пойдем.